огонь. Но на самом деле вероятность этого нулевая, потому что в случае, если мы проходим с Сони, мы едем к команде высшей лиги, а не первой. Ну а здесь прорыв хороший, Ицкевич, центр, удар, гол! И нет офсайда, это 1-0. Вадим Фастовец забивает свой первый гол, если я не ошибаюсь, в этом сезоне. Это не все же показывают Беларусь 5, как матчи, например, того же Макслайна из Рогачева. Смотрим. И будет подача. И опасный момент, и напорка может спасать, а это гол. 1-1, очень быстро Слоним сравнивает. Уже штрафным. Фастовец, подача, и... И это гол! Прямым ударом это дубль Вадим Фастовца. Классно! И мне кажется, Дмитрий, даже что никто... Кокшоу, не поймешь, что ли ошибка. Не меняет свое решение и назначен 11-метровый. Нет, надо сказать, что в одном эпизоде Калачинский точно прав. А Спасюк у мяча. Удар. Удар. И классно прошивает он. Андрей Напорко. Белашевич. Подача на дальнюю. И совершенно один там футболист Слонима. И можно третий забивать. И 3-2. Фантастика. И Вадим Фастовец будет заходить за... на хет-трик. Хет-триком. Пошел. Ну что ж, разгоняется, делает удар и... И это... Хет-трик от Фастовца! Аккуратник борется. Фастовец. Фастовец. Классно, без замаха отдает левой ногой. И снова убирает под себя. Классная передача на фланге. Ицкевич врывается в штрафную. Можно бить. Удар. 4-2! Александр! Александр Ицкевич, какой прекрасный удар!